Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 15 участков городских дорог общей протяженностью 253 тысячи квадратных метров. Было заключено 4 муниципальных контракта с 3 организациями. Также выполнялись работы по 2 муниципальным контрактам по безопасности дорожного движения. В центре Ульяновска новыми красками засверкал 700-метровый дорожный участок на улице Спасская от улицы Ленина до бульвара Пластова. Финальный слой проезжей части здесь уложили еще в конце сентября. Здесь же установили светофор. Не обошли стороной улицу Карла Маркса от Кооперативной до Урицкого. Привели в порядок дорожное полотно протяженностью 600 метров. Благоустроили лицо города. Улица Минаева. Кроме нее еще по 800 метров новых дорог появилось на улицах Верхнеполевой и Деева. Отремонтировали и расширили дорогу на улице 12 сентября. Также дорожники обновили дорожное ограждение, светофоры, заасфальтировали место для автобусной остановки. Новый асфальт появился в Засвияжском районе на улицах Шигаева, Камышинской и Ефремова. Обновили в этом году дорогу на улице Тимирязева. Здесь от проспекта Нариманова до улицы Радищева отремонтировали участок длиной в 1 километр. Самый протяженный дорожный ремонт в этом году проведен на проспекте Гая. Здесь от улицы Варейкиса до железнодорожного переезда обновили участок длиной около 3 километров. За сроками и качеством выполняемых работ вел постоянный контроль. Кроме надзора, специалистов МБУ «Стройзаказчик» и Управления дорожного хозяйства, сотрудники лаборатории отбирают пробы асфальтобетонного покрытия и проводят испытания. Свою проверку проводят члены общественной палаты и контрольной счетной палаты. По словам общественников, при проверке выполненных работ замечания были, однако подрядчики быстро устраняли недочеты. Также выезжали с нами сотрудники надзорных органов, где делались пробы асфальта. Также сразу какие-то замечания были, то есть, ну, такие незначительные. Но в целом работа проведена колоссальная, замечательная. Все очень хорошо, я бы так даже сказал. Всего в течение 2019 года в Ульяновской области выполнены работы на 66 объектах общей протяженностью 107,8 километра. На ремонт выделено 2 миллиарда 414 миллионов рублей.